Партнер проекта – магазин строительных материалов «Южный двор». Все необходимое для строительства, ремонта и отделки. Всем привет, это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, с началом всех учебного года. Вот и пришел сентябрь. И поэтому мы продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные уже осенние пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся в индустриальном районе, улица Свиязева. Казалось бы, нужно радоваться то, что сделали не только проезжую часть, но и, как мы видим, новый тротуар. Но, как говорится, идеально у нас ничего не бывает. И вновь жалобы. Преграда прямо посреди тротуаров. Это, как я смотрю, столбы для наружного освещения. Навехонькие, лампочек пока нет. Но вопрос, почему их, собственно, установили именно на тротуаре? Понятно, чтобы подсвечивать проезжую часть. Но как же пешеходы? Вполне логично было бы установить их, на мой взгляд, здесь. Вот, к примеру, этот старый столб. Он явно когда-то служил верой и правдой для всех жителей индустриального района по улице Свиязева. Но тем не менее, если он стоял, значит, логичнее было бы поставить вместо него новый. Но он, видимо, теперь как арт-объект, а вот люди жалуются. Вот этот столб явно находится прямо посередине. Причем такое ощущение, что он самый большой. И, допустим, с коляской пройти здесь уже будет проблематично. Вот только на этом участке столб находится там, где ему и место. И то потому, что дорога поворачивает. А дальше еще интереснее пошли. Вот, на мой взгляд, где идеально стоит столб. И не на тротуаре, и не на земле. Освещение будет как для пешеходов, так и для автомобилистов. Неудобство получается не только у пешеходов. Знак ограничитель 20 км в час и так называемый лежачий полицейский. Из-за кустов его не видно. Потому что знак стоит посреди тротуара. Если бы чуть к проезжей части, ну, разумеется, автомобилисты бы все прекрасно видели. А так небезопасно получается. Обычно дорожные знаки ставят ближе к проезжей части. А здесь такое ощущение, что вот этот дорожный знак стоит для пешеходов. В общем, ремонт сделали, и тротуары хорошие, и проезжая часть, а вопросы есть. Причем, на мой взгляд, очень серьезные вопросы. И ведь самое-то интересное, что никто, я думаю, ничего уже не изменит. Жалобы жителей я прекрасно понимаю. Эх, дороги. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и, конечно же, удачи на дорогах. Пока.